Амброзия – сильнейший аллерген и совсем скоро вступит в пору активного цветения – в конце июля, начале августа. Кроме того, этот сорняк иссушает и обедняет почву, забирает питательные вещества из земли. У амброзии очень мощная корневая система, сорняк продолжает расти даже после скашивания. Поэтому самый эффективный способ борьбы с амброзией – вырвать с корнем либо обработать химическими препаратами. В гостевых зонах проблем с этим растением в Сочи практически нет, чего не скажешь о пустырях и некоторых частных территориях. Постоянная головная боль – это железная дорога вдоль полотна, которой произрастает амброзия, и РЖД с трудом справляется с этой задачей. То же самое сетевые, где у нас автодороги, электросети, газовые трубы, где зона отчуждения, она принадлежит этим линейным предприятиям. Эти предприятия и пригласили на совещание, чтобы рассказать о методах борьбы с амброзией и ответственности за ее распространение. А это крупные штрафы. Зашла речь и о борьбе с коричневым мраморным клопом, который наносит значительный вред плодовым культурам и целому ряду других растений. Работа в этом направлении не прекращается. Очередной этап обработки зеленых насаждений планируют начать уже в августе.